Всем привет! Мы собираемся на улицу, я уже вот оделась. Сейчас у меня еще пока что тут хвостик. Я хвостик сейчас убирать не буду. Мы сейчас пойдем гулять, у нас на улице очень тепло. Блин, не знаю, тепло? Нет, не тепло. Холодно, но солнышко. Мне все время вспоминается, если солнышком, значит на улице летом. Мама говорит, что там сейчас очень холодно, и она забыла взять перчатки. Я перчатки брать не буду, потому что мне жарко. И зимой, кстати, я хожу без перчаток уже. Уже не первый год. Вот, но шарфик я это обязательно одену. Это шарфик мне еще папа подарил. Привез мне его... Сейчас. Привез мне этот шарфик из-за границы. Вот, очень хороший, мягенький. Не знаю, у нас они продаются такие. И сейчас мы все вместе пойдем гулять. Вот. Давно хотела заснять, как я одеваюсь. Вот. Тут вот коляска стоит, вы ее чуть-чуть видите. И также хотела сказать, вчера я была в той квартире, в нашей квартире, где делается ремонт, вам засняла. Вот, обоина там уже поклеена, плитку там содрали за сутки, наверное, даже меньше. Хотя помните, наверное, какая там была большая стена. Вот, кухонный гарнитур уже убрали. Вот, мы уже с мамой сходили, выбрали кухонку. Но я об этом, наверное, попозже. Вот, сейчас я у мамы дома, еще пока ничего не монтирую. Они там у меня ролики грузятся. Вот, а домой я приеду, я найду эти картинки, какую я хочу, кухонку. И все смонтирую, и все выложу в отдельном ролике. Это будет. Я снова покажу, что там получилось. Вот, так. Да, волосы. Распускаем волосы. Обязательно. Я с распущенными волосами хожу всегда. Вот. Кстати, они именно когда вот такие, они лучше смотрятся, чем расчесанные. Ну, сейчас немножко их почешу, может быть. Да. Немножко надо их. Так. Сейчас чуть-чуть тут. Вот. Чуть-чуть сверху. То они торчат пушком. Хотя они и так торчат. Вот. Сейчас мы будем с вами выходить. Вот. У меня мама живет в пятиэтажке. Лифта нету. И вы представляете, как я сейчас эту коляску. У нас зеленая коляска сегодня с собой. Буду ее сейчас спускать. Это будет нечто. Вот. Так, сейчас у нас надо ключи взять. Вытащить сразу. Не забудь, чтобы... Так. Пук! И меня нету. И я есть. Хоп, нету. Ой, ложка у мамы плохая тут. Опа. Так. Опа. Так, мамины перчатки. Куда мне их тут положить? Пи-пи-пи-пи. Все, вот я и готова. Как всегда, со своей сумкой. Потому что мало ли что придется заснять. Увижу что-нибудь красивое. Камеру я теперь всегда с собой ношу. И наша коляска. Идем дальше. Так, коляску мы туда. Сейчас вам лестницу покажу. Вот наша лестница. Тут квартира. Сейчас будем спускаться. Вернее, я буду спускаться. Жопа замерзла. И кто это здесь гуляет? А? Дима! Дима опять ухо торчит. Какое -то у тебя ухо неправильное, Дима. Сегодня тут закрыто. Мама пришла. Мама! Мама пришла. Варежка. На, надо тебе сейчас. Чуть не потерял их в подъезде. А то в Мишу достались бы. Сейчас
Сейчас там коляска замерзнет. Давай его покажем. Давай. А там в том дворе красиво. Пошли в тот двор, вон. Там такое ощущение, как будто плакучие ивы свисают вдалеке. Вчера было кожаное одеваться. Кожаное тепло. Вот, заезжай. А вы, ну, не знаю, будете бывать, вам надо какую-то одеялку. Да, есть такая же, она еще к ней присоединяется теплее. Ну или одеялка. Как красиво тут. Березка. Красиво как. Красота какая. Вот тебе солнышко, пожалуйста. Ты куда? Ты хочешь, он туда, что ли? Тут место все время казалось какое-то необыкновенное. Да, такое. Спиной стоишь к солнцу. Ой, скажи, что такое? Ой, сворачивается от него. Ой, лицо прямо. Закрой глазки. Тебе надо на солнышке пахнуть. Закрой глазки. Ой, хочет закрыть прям. Ну давай, вот так боком, что ли. Так не светит? Ух, я и говорю, открытая. А ты говоришь, что нет. А что ж ты не поправляешься? Нет, оно было нормально, сейчас съехало. Что, тебя солнышко заградило? Но как? Все равно ухо открывается. Ну что делать? Так вот сейчас оно отворачивается в эту сторону. Да. Давай тогда повернем вот в эту сторону. Щечки красные у нее. Теперь это ухо открывается. А, ну, по-моему, и открывался это ухо, нет? А, ну да. Отворачивайся в ту сторону. Чуть-чуть, солнышко. Чух-чух-чух-чух. Загорелся наш утюг. Чух, чтобы у тебя солнышко погрело.
Какой прям как коттеджик маленький. И окошечко такое, гаражик как будто. Они здесь дорогие. Вот в этом доме дорогие. Ага, в этом доме дорогие. Там вообще в том доме я находила. Двухэтажную аж сделали. Видать, две квартиры купили, они двухэтажные квартиры. Что-то туда? Ягодки накалывали иголками. Здесь как красиво. Здесь мое детство тоже прошло. Ну, вон кусочек солнышка есть. Ну, я не знаю, какая-то площадка. Она уже здесь давно. Не знаю, что здесь было такое. Тут что-то осталось, тут яблоки какие-то, бананы. Ой, там синички, вот эти. Не синички, воробушки. Тут тоже вон что-то круглое. Они там кушают, кушают. Тут боярышник, что ли, что-то. Ну, наверное, пшеничку, может быть, или семечки. Кормушку сделали, тут, наверное, хлеб бабушки приносит. Да, наверное. Что-то не приносил сегодня им никто. Да уж все съели, наверное. Ой, улетали все. О, синичка там. Синичка вот. Или там и не видно. Дерево, а когда первый снег выпадет. Здесь я проходила, маленькая была, лет с 11. Все, обратно идете уже? Ай? Шаг сделала. Спрятана. Сколько вашему? 8 месяцев. Гуляет. Вон птички, видишь? Птички тоже. Клюют хлеб. Слабо. Напишите в комментариях, что это за цветок такой. Непонятно. Мама. Мама. Мама, да? Да, опять у тебя ухо. Он ворочает головой. А я его приподняла, и он это. Ну пойдем. Давайте пощупаем. Вот это вот тыльная сторона. Вот это что? Да.
Холодненький. Холодненький уже. Да. Вот там. Ой. Нос красный стал. Заметно. Ну ладно. Жалко, мало гуляли. Смотри, какие листочки. Необычно там лежат. Холодно, да, холодно. Я тоже замерз. Нет, тоже нос холодный. Смотри, мам, что такое за листочек? От клён. А? Клён разве? Они все такие худые, какие-то странные. Ну, найди дерево. Найди, они голые сейчас все. Дерево. Не прям, вон же листья висят на всех. А ну там были, они все там голые. Вон еще собачки. А этот мальчишка, он говорит, ну, тоже как наш Дима все орёт. Ну да, да. Они с ним, видишь, ходят, надо Диме тоже ходить. О, ну и собачку увидели, да. Маленькая. Ай. Сейчас ты тут спотыкнешься. Да, с ним надо чаще ходить. Ай. Пойдем по дорожке. Ему спаги велики. Да ну. Мама поехала. Мама поехала с коляской. Иди, иди до мамы. Иди до мамы. Кто там? Мама. Мама. Блин, да только вот встала. Нет? Топ. Мама. Топ. Где мама, Дим? Покажи, где мама? Покажи. Где мама, Дима? Где мама? Покажи. Вот мама. Так, я везу колясочку. Да, сегодня немножко холодно. Но руки особо не замерзают, кстати. Видимо, я уже привыкла. Дима! Дима! Че, пошел, пошел. Ой, 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 ой. До мамы дошел. Да? Да. Ой, ой. Ты сам хочешь? Да. Сам пойдешь? Ой, машина, тут машина же большая. Машина, колеса большие. А, иди к маме. Да, да что ты, надо машину потыкать. Машина. Большие колеса у машины, да? Грязная она, грязная. Упал. Бух. Бух. Иди аккуратно. Дима, а иди. Сам уже. Да ему просто неудобно, он бы сам. Большая. Опять ну, ничего, машина. Надо привыкать. Опять машина, да? Ну тут ты неровно. Давай тут. Пошли вон туда, пошли. Бух. Бух. Может, можно.
Привет, Майя. Здрасте, красота. Здрасте. Здрасте. Мальчишка? Пацан, да. Ну, видишь, как стоит, как пограничник. Синеглазый. Дима идет по ступенькам. Раз. Но. Ай, сил нету больше. Два. Три. Ой, как идет. Ой, как идет. Ой, как идет Дима. Какой молодец, Дима. Молодец. Ой, как ты идешь. Ой, как ты идешь. Какой умничка. Ай, ой, как нам нравится. А, восторг-то сколько. А, да, нравится. Давай, да. Ой, молодец. Ой, молодец какой. Листочек увидела. Давай, давай ножку, Дима. Давай, Даша, ну и вот этот листочек. Грязный, фу. Давай, пошли. Пойдем. Иди. Ой, молодец. Ой, умничка. Ой, ой, по ступенькам. Ой, молодец. Ой, давай, еще ступенька. О, ты умничка. Дима, пока. Маша. Пока, Дима. Ой, за то, что она какие грязные. О, да ладно, постираем, господи. Они, идем, наверное... Мама, зови маму, идем, мама. Мама, кричи, мама, пошли домой. Все, пошли. Она вон вниз. На пух я не видел никогда. Тут после этого камина надо снять. Вот такое можно. Это до сих пор. Ну, что там замазывает, больше вот так вот. Достал, Дима? Достал? А еще есть там? Я принимаю. Нету. Счастливый бегает. Дима, а покажи, какой ты большой. Какой Дима большой? Покажи. Обязательно. Он сам засовывает назад. Нет, это скандал. Единственное, куда мне... Дима, большой мальчик? Покажи, какой большой. Большой, большой, большой. Дима, покажи. Ну как ты забыл? Занят. Я на скандал, но я немножко себя огорчил. Большой! Ой, ой, ой! Помните, как познакомились с Надеждой первый раз? Я помню, что она попросила меня помочь ей свитер связать. И я связала ей свитер. Вы научили ее вязать? Нет, не то чтобы научила, я просто помогла. Ну что, давайте узнаем правильный ответ. Какой первый подарок вы преподнесли Николай Николаевич? Да. Ну, хватит там лазить. Чё там? Там же пусто, Дим. Там пусто уже давно. Нет там ничего. А? Нету там ничего уже, Дим. Счастливый ребенок.